Сегодня же глава Чувашии во время сеанса видеосвязи с главами районов и городов обсудил вопросы профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди жителей Чувашии. На сегодня уровень заболеваемости находится ниже пороговых значений. Чтобы заболеваемость не росла быстрыми темпами, медики рекомендуют прививаться. На сегодня в республику в рамках национального календаря профилактических прививок поступили 260 тысяч доз противогриппозной вакцины. Планируется привить более 20% населения. В первую очередь это необходимо тем, кто находится в прямом контакте с людьми – врачам, педагогам, социальным работникам. Руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская посетовала, что в некоторых муниципалитетах до сих пор не привит ни один человек. Заболел человек. Сегодня лекарства не дешевые. Аптека, семейный бюджет, все остальное. Вот Алла Владимировна такие расчеты сделает. Вот, что дает нам вакцинация? Какие последствия, когда человек не прошел эту вакцинацию? Вот и все. И люди быстро соображают, они очень хорошо считают, и работа это быстрее практически пойдет. Во время видеоконференции также говорили и об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности. Там не должна допускаться розничная продажа алкогольной продукции.